Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и сегодня мы поиграем в МК9 в лестницу на эксперте, но это будет необыкновенная лестница, не как раньше я проходил, это будет, то есть выставлен один матч, один раунд, и будем стараться без проигрышей, то есть лестница будет проходиться без одного проигрыша. А почему я вдруг начал, захотелось мне поиграть? Потому что я соскучился по МК, я думаю, вы тоже, ребята, соскучились по МК. Так как я играю только неделю, раз в неделю, там часок, и то с подписчиками, поэтому, блин, это, ну, то есть соскучился по игрушке просто. Итак, проходить мы будем не по порядку, это будет хаотично, то есть под настроение. Допустим, сегодня это Эрмак, давайте. Завтра это, или там когда-то, я не знаю, когда будет настроение, там будет другой какой-то персонаж. Итак, эксперт, давайте начнем. Рейден первый. Окей. Раунд 1. Файт! Вот так вот. Самое обидное то, ребята, то, что это не первая уже попытка пройти, и я раза три умирал просто на Шаукане, он меня выигрывал. То есть до этого у меня, то есть, ничего не проиграно, да, и на Шаукане сливался, потому что там, не знаю, телепорт не сделался или еще что-то. Это просто, ну, тупость такая редкостная. Вот мудак. Даже не спрашивайте, почему я фаталити не делаю, потому что мне это не интересно, и ролик просто идет на время и без проигрышей. Фаталити тут вообще неуместны просто. Как это я так апперкот не дал? Укунла, в любой непонятной ситуации бери, просто крутись. Посмотрите, ну вот этот мудовской, короче, телепорт, или мудовская конь... Нет, мудовская крестовина, скорее всего. Она меня просто доконает. Ну просто телепорт не делается, и все, я не могу продолжить комбо. Сраный джойстик. Round one, fight! Fight!
Смотрите. Ну, мудак, иди сюда. Интересно. Раунд 1. Файт! Видите, то есть в тупую просто не делается телепорт. В нужный момент. Какого, блядь, хера он не делается? Да неужели? Контрольный такой. Finish him. Там барака был, кто из Саб-Зира, да? Раунд 1. Файт! Да ладно. Кстати, вот было опасно, делал подножку, да? Мог сбить X-Ray. Бывает такое. Поэтому... Поэтому будьте осторожны. Чё это, блядь, за лаг был? Кстати, вот тут какой-то бах и проигрыш обеспечен в одном раунде. Ну, то есть какой-то бах и все, мы проиграли. Тормоз какой-то. Доминирую, унижаю. Вот такая вот ассоциация у меня с захватом у РМК. Доминирую и унижай. Я это уже говорил, да? Ничего страшного. Фух. Лол. Ай, как неприятно. Посмотрите, что творит мудак какой. Какой там нахер этот? На него даже только что захват не прошел. Тупо как-то ударил Галима, еще перко там добил это. Уже на земле лежу, знаете. Похер на перкот получи. Хочу подметить, что... этот... Когда один раунд, один матч,
компьютер лучше играет. Опасно. Вообще апперкот не хочет делаться, не знаю почему. Ой, апперкот, телепорт. Победитель просто по жизни, Кентару. Round one, fight! Пока, парень. Ну, собственно, смотрим концовочку. За Ермака, кто не смотрел, я думаю, многие уже видели. Если честно, у меня, наверное, с попытки 3-4 только получилось пройти лестницу. As the many warrior souls that comprised his being struggled for dominance, only one had the strength of will to quiet the chaos. The conflict resolved, Ermac returned to Outworld, determined to reunite with his past. Queen Sindel and Princess Katana were shocked to learn the truth, that trapped among the many spirits within Ermac was their husband and father, King Jared. Though he would never be the Jared they once knew, Ermac would forever serve and protect his queen and the Edenian people. И жили они счастливо и нарожали кучу детей. Так, ну, собственно, вот такая статистика. Безупречных побед 2 получилось. Так, ну, ребятки, что сказать? Что я хотел сказать? С попытки у меня 3-4 получилось пройти. То есть 2 попытки я вообще слил Шаукану. То есть у меня не было вообще поражений. И у него там оставался один удар, он меня сливал 2 раза так. Ну там молот бросил как-то, а у меня телепорт не получился. Ну то есть по глупости. Так, и что я еще хочу сказать? Есть такая идея у меня. Создать ролики, то есть и гайды опять, туториалы, но на экстра, то есть джаглы, комбо, то есть там, где будет, вы будете наносить там, ну, 35 плюс, может, 40 плюс даже. То есть, если вам интересно это, и вы хотите посмотреть что-то, чему-то, может быть, научиться, или просто вспомнить, может, вы и так знаете эти все приемы, отпишите в комментариях. То есть, чтоб я знал, делать, не делать, там, посмотрим, в общем. Ну, собственно, спасибо за просмотр, с вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч.
Пока-пока.